Друзья мои, всем привет! Вы находитесь на канале Режим Медведя. И сегодня я предлагаю вам провести со мной время некоторое и вместе сходить в поход по маршруту, по которому я еще ни разу не ходил, к месту, где я еще ни разу не бывал. В общем, будет интересно. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал, готовим чаек, кофеек и погнали смотреть. Ну а теперь с самого начала. Итак, друзья мои, у нас сегодня с вами 21 ноября. Скоро декабрь, скоро Новый год, а вы посмотрите на эту погоду. Сегодня, вот я сейчас ехал в 12 дня, чтобы вы понимали, машина показала температуру плюс 19 градусов. Итак, каков же сегодня план? Да и вообще, куда я сегодня иду? Начнем с того, что нахожусь я на Михайловском перевале. А иду я, друзья мои, на смотровую площадочку, с которой должно быть очень классно видно скалы монастыри. Друзья мои, вы вообще представляете, насколько это кайфово идти в ноябре, блин, в середине ноября в поход просто в одной термухе. Конечно же, у меня с собой есть и шапка, и перчатки, и мембранная куртка, и плиска, но сейчас-то я иду в кепочке и в термухе, и все. Это просто прям наслаждение для тела. Все-таки, походу, не по дороге мне надо шуровать. Сейчас открыл карту. Оказывается, метров 500 назад надо было повернуть резко влево и куда-то в гору топать начать. Решил остановиться и выпить чаю, в общем-то. Вот. Что-то я запыхался. Слишком темп выбрал большой. Тороплюсь, потому что идти много. И тороплюсь. Плюс еще пытался найти тропу. Не мог найти ее. Офигенно вообще. Очень классно. Вон там вот находится дольмен, разрушенный, полуразрушенный, и курганы. В общем-то, все как на реке Жанне. Тоже дольмены, курганы. Ну, такая здесь прям местность. Вон еще, кстати, тут, наверное, дольмен стоял. Вон видно. Здесь, кстати, ветерок будет такой поприятней, попрохладней. Причем, как ни странно, ребятки, ветер дует в лицо, то есть со стороны гор. А по идее, когда я шел там, то есть ветер дул наоборот мне сначала в спину. Вот, то есть ветер у нас там на побережье южак ветер, а здесь, как ни странно, северяк дует. Ну, то есть, интересно. Ну, наконец-то! Наконец-то я попал в какие-то красивые виды. Обалденно. Впереди вершина Казённая. Какова красота, ребятушки. А какова красота? Вот там вот внизу, вот там вот протекает речушка, которая подпитывает реку Тхаб, которая не пересыхает даже летом. А река Тхаб находится вот за этим хребтом. Вот там вот дальше река Тхаб. Вот там вот впереди Михайловский перевал. Уже несколько лет подряд занимаюсь походами, съемками. И до сих пор не был, вот, допустим, на этой тропе. А троп, чтобы вы понимали, просто там открываешь карту Maps.me, миллион троп просто, которые я еще даже не разведывал и в которых я еще не бывал. Если вдруг вы думаете,
что я очень быстро хожу. Я вам сейчас покажу, как я хожу в гору. Смотрите, вот так вот, еще палочками. Вот так вот я иду. А если бы я шел на Эльбрусе где-то, я бы шел еще раза в два медленнее. Капец, сувает с ног вообще. Вот там вот находится РЛС-ка. Отсюда прекрасно видно мой путь. Получается, вон там вдалеке здание, от них начинал. Чуть-чуть вглубь сюда. Вот по этому хребту, где-то вот здесь сбоку тропа проходит. И вот так вот вверх сейчас. Ну и дальше по дороге куда-то и влево туда. Вот как-то так. Надел шапку, потому что уши замерзают, короче. В общем-то иду. Уже практически 3 часа иду. Толком не останавливаясь. Сникерсов с собой нет никаких. К сожалению, кстати. Надо такие вещи все-таки брать с собой, сникерс. Вот. Ищу сейчас место, где примастырить, в общем-то, свою задницу. На 10 минут отдохнуть, посидеть, поесть. Даже не буду разогревать еду. Прям холодной все бахну. Вот, потому что мне не холодно. Здесь, ну, только ветерок такой прохладный. А так, в принципе, не холодно. И греть особо-то еду и не хочется. Нашел более-менее какое-то местечко и сижу, кушаю. Вот и все. У меня с собой сегодня курочка, каша гороховая, хлеб и икорка. И все. Чай, вода и кофе. Приятного аппетита. Так, ну что, друзья мои, поел, попил чаечек, чуть-чуть приоделся, ветер достаточно быстро тепло выгоняет из организма. Вот, ну иду дальше. Я так понимаю, мне идти, ну вот куда-то вот до туда примерно, и оттуда уже скорее всего будет вид на скалы монастыри. Место падение самолета здесь. В общем-то, вот здесь вот уже гора Тхапы, и сейчас будет супер красивый вид на урочище монастыри и вообще на монастыри. Поставил камеру на зарядку, потому что заряд быстро садится. В общем-то, не хотелось бы, чтобы заряд сел в таком-то месте, блин. Так, все, поворачиваю камеру. Начинаем любоваться видами. Просто это вообще сногсшибательно. По-другому не сказать. Покажу сейчас, в общем-то, вон там вот внизу, вон там вот гряда. Я не вижу просто на экранчике, вот она. Получается, гряда. Это и есть скалы монастыри. И, ну, вот это вот вообще получается урочище монастыри. Вот. Вы только гляньте, какие здесь обалденнейшие виды. А облака просто вот буквально вот-вот плывут надо мной. Жесть. Время 15:34. Подъем сюда занял, ну, получается, что минут 10 я уже здесь нахожусь. Ну, где-то, если еще не считать, что я кушал, в районе там 3 часов где-то. Получается, я сейчас посмотрел по карте, если туда ровно вот так вот прям напрямую, точнее вот так вот ровно пойти, то там будет Северская, потом Афипский, я так понимаю, потом уже Краснодар. Короче, Краснодар у нас вот в ту сторону с вами. Вот. Ну кайф вообще, да? Конечно, если вот так вот по этому маршруту добираться до скал, такой сначала нехилый подъем получается, потом нехилый такой спуск к ним. Соответственно, на обратном пути опять будет такой подъем,
а потом в ту сторону спуск. Ну, не супер, конечно, прям интересно. Наверное, я так предполагаю, что выгоднее на эти скалы все-таки добираться из поселка Новый, из поселка Синегорск. Вот, там тоже можно подъехать. Вот. Но я думаю, что это будет покомфортнее, чем с Михайловского перевала. Все, буду наслаждаться видами и как-то так, да. Так, ну что, с красивыми видами мы с вами попрощаемся. Посмотрите еще раз на всю эту красоту. Немножечко подзарядил камеру. Чай, в общем-то, кончился. Времени 15 часов 50 минут. За там 3 часа с копейками я сюда добрался. Ну, в общем-то, теперь начинается обратный путь, потому что обратно идти нифига не мало, как вы понимаете. Вот. Поэтому начинаю двигаться назад, чтобы поменьше идти на фонарике. Где-то через час сядет солнце. Вот. Хотелось бы быть как можно ближе к Михайловскому перевалу в этот момент. Как-то так, все. Двигаюсь в обратном направлении, ребятушки. В общем-то, на обратном пути держу такой хороший темп. Немножечко сыкотно идти. Ветер просто жесть. Сыкотно из-за того, что думаешь, блин, что могут какое-нибудь дерево сломаться, по башке дать. Вот. Не хотелось бы, конечно. Ну, в общем-то, вот. Вот так вот иду. Там местами очень грязно было. Но темп стараюсь не сбавлять. Хочу как можно больше пройти по светлу. Вон там вот впереди. Вон. Гора Казённая. Я уже, в общем-то, прошел место, где обедал. Можно сказать, что полубегом двигаюсь. Вот. Офигеть, это чьи, интересно? Такие зубы, смотрите. Корова, наверное, да, или... Что-то такое. Офигеть, просто черепушка, блин. Ну не медведь же, явно. Или лошадиная, кстати. Похоже, как будто на лошадиную, да. Пока есть возможность вам что-то подснять. В общем-то, вон там вот находится РЛС-ка. Вон там вот гора Безымянная. А вот это, я так понимаю, гора Тхаб. А вот это, наверное, была смотровая. Ну, по крайней мере, мне так думается. А может быть, смотровая находится вот там или даже там. Отсюда сейчас так сразу не смогу вам сказать, но плюс-минус вот, знаете. Зато какой красивый вид! С вами вот туда, вот так вот сейчас спускаться вот по той хребтине вниз. Там одна река слева, вот там вот другая река, там Тхаб, которая начинается где-то вот там вот примерно. Вот такие виды я очень люблю. И типа горе, где нет деревьев, и офигенный вид просто. Причем, заметили, с этой стороны светит солнце, и все такое прям ярко, а с той стороны все было максимально серое, в сторону Краснодара. А вот там вот, вдалеке, вот тот дальний хребет, это Геленджикские горы, получается. Там даже вон вышки отсюда видны. Внизу там, вот там вот это поселок, река Жане протекает, а в ту сторону вот где-то там уже Пшада находится. Ну и соответственно там еще дальше
Архипа Осиповка находится. А вот здесь вот внизу Михайловский перевал. Хороший такой ветерочек, я вам скажу здесь. Очень хороший. Прям сдувает, блин, с ног. Так, ну что, друзья, вот там вот вдалеке вижу, как потихонечку уходит солнце. Вот. Времени 16:45. А, то есть через 15 минут солнце окончательно сядет. Вот. Отсюда идти еще где-то мне, ну и, наверное, 6 километров еще идти отсюда где-то. Итак, времени 17:09. Уже минут как, наверное, 15 я иду с включенным фонариком. Еще не так, чтобы прям уж темно. Велика вероятность навернуться где-нибудь, чего не очень-то хотелось бы. Так, ну, в общем-то, добрался до дольменов, до курганов. Вот, не знаю, сколько еще отсюда мне остается идти. Я так предполагаю, что пару километров. Когда сейчас шел чуть повыше, там видел огонечки Михайловского перевала, причем достаточно так близко их видел. Вот из леса выходишь, видите, еще как бы где-то там светло даже. Классно. Так, ну все, я, в общем-то, выперся на знакомую мне дорогу. Вот оттуда, получается, я пришел, а обычно я ходил вот по этой дороге в ту сторону. То есть вот в ту сторону это к водопадам, а вот в эту сторону к реке Жане. Ой, к Жане, блин. К Гретхаб. Тьфу, уже все. Башка не варит. Так, народ, ну что, как вы думаете, сколько сейчас времени? Пару секунд вам на подумать. Вот, потом дам, ну, так скажем, правильный ответ, что ли. Предположите, за сколько часов я мог сгонять туда-обратно? Набор высоты 900 метров, в одну сторону где-то 10 километров ходу. Ну, может быть, чуть больше. Сейчас ровно 6 вечера. Ровно 6 вечера, ровно в 12 я начал идти, ровно 6 вечера я спустился, с условием того, что там наверху я еще сидел, пил чай, снимал, один раз по пути кушал, несколько раз останавливался попить чай. Вот, но ишачил. В общем-то, поэтому именно сейчас я буду сидеть, наслаждаться вкусной едой. Здесь вот сейчас очень прям максимально такой кайфовый ветер, когда ни жарко, ни холодно, вот прям вот ровно как надо. Так, братцы, ну что, вот такой наборчик у нас с вами. Так, водичка, два кофе, ветрозащита. Ой, без ветрозащиты вообще жопа, конечно. Вообще ничего не сделаешь. Она падает даже на самом деле. Водичка. Так, сейчас бы еще запалить бы грамотно, так, чтобы... О, идеально вообще. Так вот ее полностью обернуть, и, в общем-то, пусть вода закипает. Так, вот и кофееночек закипел, конечно, с трудом из-за этого ветра, блин. Пару раз чуть не упал вообще, чуть не опрокинулся. Ой, жесть. Ну ничего, нормально. Зато какой сейчас вкусный будет вообще, вы не представляете.
Так, ну что, друзья мои, наверное, на этом моменте стоит с вами попрощаться. Вот, думаю, что видео подходит к своему логическому завершению. За 6 часов я быстренько успел сгонять на гору, ну, практически на гору Тхап, вот, до смотровой и, в общем-то, обратно. Вот, посмотрел классные виды, показал эти классные виды, в общем-то, вам. Вот, надеюсь, вам все понравилось. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал, кто еще не подписан. Подписываемся на ВКонтакте, вот, потому что вдруг что опять будет с Ютубом, ВКонтакте будут 100% выходить ролики. Вот, другие соцсети я, в общем-то, особо не рассматриваю. Как-то так.